прекрасный сезон еще впереди, но уже сегодня надо разобраться со всеми мерами, которые будут предприниматься, подготовиться в текущем году в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Значительно, почти в два раза увеличен объем средств федерального бюджета, направленных на осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров. Тем не менее, уже сегодня есть информация, что не все регионы достаточно ответственно отнеслись к этому увеличению. В ряде регионов Александр Александрович Крылов об этом скажет подробнее, но есть информация о том, что просто заместили те средства, которые выделялись регионами, на федеральные деньги. А большего количества средств, направленных на тушение, предотвращение лесных пожаров, просто в этом случае не возникло. То есть просто сэкономили деньги региональные, заместив их за счет поручения президента. Но президент Российской Федерации денег не выделил для того, чтобы их заместили, а для того, чтобы пожаров было меньше.